известный актер поделился закадровым моментом из сериала в своей социальной сети. Первый кадр от Альпа Навруза со съемок сериала «Не отпускай мою руку». Восходящая звезда сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери», транслируемый на телеканале Star TV, Альп Навруз сыграет главную роль в сериале «Не отпускай мою руку», который в скором времени будет транслировать на телеканале ТРТ-1. Прекрасный актер уже начал работать. В последний день праздников Альп Навруз вместе с Алиной Босс поделились фотографиями в социальной сети о том, что они начали съемки сериала в Бодруме и Алачаты. Навруз поделился кадром из сериала у себя на страничке социальной сети с подписью «Пусть принесет удачу, мы начали». В течение короткого времени эта публикация стала популярной среди подписчиков.